Команда из 7 человек отправится из Арсеньева на престижные игры «Дети Приморья» защищать честь города в мини-футболе. Детей в спортивной секции гораздо больше, так как занимаются они футболом классическим. В команде игроки до 14 лет. У каждого свои достоинства. Максим Бурнос – футболист в третьем поколении, вслед за дедом и отцом. Вот и ему гонять мяч в радость. Люблю, конечно, играть в полузащите, но так я играю на позиции. Партнеры хорошие. У Михаила Казакова поиск амплуа занял много времени. На каких позициях он только не играл. В итоге выбрал быть вратарем. Сначала я был, играл под нападающим. Но мне не понравилось стать защитником. У меня не получалось, и мне больше всего получилось на ворота стоять. Футбол нравится, потому что вратарь там более спасает команду. И если защитники не смогут, то, может, вратарь сможет. Тренер футбольной команды использует разные методики подготовки спортсменов к ответственным соревнованиям. Александр Меликесов считает, что одна из эффективных форм – матчи против более старших ребят из других команд. В своей секции все друг друга хорошо знают. Играем там с детьми, как готовлю их там, поиграли взрослыми там, с коммерсантами, мужиками там поиграли, те, которые тоже дети раньше занимались у меня. Сейчас мы планируем поиграть с детьми на 7-й школе. Допустим, завтра хотим поиграть. Тоже дети немножко постарше. Этой командой ребята играют 4-й год. По словам наставника, дети способные и одаренные. Так что им вполне по силам дать бой любой команде, которая встретится с ними на первых играх «Дети Приморья».